Всем привет, с вами снова славный Дружеобломов. Сегодня у нас муха не сидела на посылочке, которую мне привез Pony Express. Посылочка от Самуры. Я понятия не имею, что там. Они заслали мне какие-то ножики еще. Что этот ролик из себя представляет? Это просто пиар Самуры, пиар сайта samura.ru, который занимается продажей ножей. Ни для кого не секрет, что на сайте samura.ru можно при заказе ножей ввести промокод. Промокод звучит так: Обломов русскими буквами, кириллицей, с двумя F на конце. И по этому промокоду получить бешеную скидку, ну, на какие-то ножи бешеную, типа 50%, на какие-то не очень, типа 10%, 20 или 30%. Тем не менее, скидка очень ощутимая, поэтому спасибо большое Самуре за скидку для моих подписчиков. А что у нас в этой коробочке, мы сейчас и проверим. Для своего генерального ножевого спонсора я сделал удобные местечки под их чудесные ножики. Вот сколько у меня ножиков, и это еще мало, между прочим. Давайте примемся за вскрытие пациента. Все любят анбоксинги. Я не знаю, какие мне ножи заслали. Я попросил еще одну серию керамических ножей. Белых. Потому что они мне очень понравились. Но там должна быть, по идее, из стали. Ну, барахла-то тут нормально. Я не знаю, куда мне это. Я понимаю, что этот став очень крут. Так, Накатоми тысячник. Накатоми тысячник. Это Накатоми тысячник. Да, это тысячник. Самый популярный камень, на самом деле, тысячник. Он делает острые ножи. Так, Накатоми восьмитысячник, Накатоми пятитысячник и... Что такое тогда? А, пятитысячник хочешь забрать? Ну, Костян тут уже подбревает. И Накатоми двухтысячник. Да, ты-то все камушки хочешь у меня забрать, Костян. Вот такие вот камни от Накатоми. Камни отличные, кстати, я точу именно ими. Они на сайте samura.ru тоже продаются. Так, как тут открыто? Хотя, что показывать, это ж просто чертов камень. Отличные камни для заточки ножей. Я понимаю, что есть всякие ножеточки хитрые, но, блин, я не люблю хитрые, я люблю камни. Суповые ложечки, ну, ложечки как ложки. Ну, наконец-то они прислали ложечки. Мне вот просто не нравится вот этот цвет. Я не знаю, мне вот этот цвет кажется не очень сексуальным. А вот темный цвет, он, наоборот, в камере смотрится отлично. Ладно. Это просто прекрасно, но это... Так, посмотрим, что там прислали. Также тут есть доски, разные цветовые решения, одинаковые досочки в разных цветах. Это Samura Fusion, это что-то типа хитрого такого пластика. Он вроде как доски мягкие, но при этом их можно сделать вот так и поднять достаточно значительный вес. Это отличает их от... то есть можно, например, там порезать лука и вот так вот запросто его куда-то вывалить. Это отличает эти доски от тех, которые совсем мягенькие, и ты на них порезать-то можешь, но если что-то куда-то понесешь, они вот так вот, наверное, сгибаются. То есть здесь толщина хорошая у этих досок. Я ими тоже постоянно пользуюсь, но они у меня уже есть. Так, что тут у нас такое? Самура керамотитан. Самура керамотитан. Что такое керамотитан, вы все уже видели. Обалдеть, чуваки. Вот это вот керамотитан. Керамические ножи. Сейчас мы вам покажем, какой они остроты, но чуть попозже. Так, Самура сет из трех ножей и подставки. А почему черные? Я же просил белые. Ну ладно. Это не так уж и важно. Сейчас вот упакуем. Ну, это к вопросу о том, как все это выглядит. А, да, там же еще должна быть подставка. Да что ж за дела-то, а? Сейчас я это все вытряну. О, вот так.
Вот такой вот комплект. В комплекте идет подставка. Подставку вы тоже уже видели, я даже не знаю, зачем это открывать, потому что подставка выглядит точно так же, как я показывал во всех остальных своих роликах. Вот такая вот подставка. На самом деле это все чудесные вот такие вот сувениры, это прекрасно, да. Это все бритвенно-острые ножи. Меня больше интересуют те ножи, которых у меня нет. А нет у меня набора, который называется Сёгун. Так, Самура все классно упаковывает. Сёгун. Вот так. Вытащим коробочку. Обалдеть! За это я их и люблю. Вот, вот не стыдно подарить. Не стыдно. Такой формы рукояти я еще не видел. Сёгун. Насколько я понимаю, ножики эти трехслойные. В этом комплекте идет два ножика. Сталюка какая? Сталюка? Надо посмотреть. По-моему, у Самуры нет сталей хуже АОС 8. То есть, точнее, у них вообще нету плохих сталей. У них у самых, даже у самых бюджетных моделей идет сталь АОС 8, которую другие фирмы ставят на, скажем так, не очень бюджетные ножи. Если же нож подороже, там многослойный, такой как этот, скорее всего, тут стоит ВГ-10, не уверен. Этот нож состоит из трех слоев, выглядит вот так. Давайте потестим его остроту, хотя, блин, всеми ножами от Самуры из коробки можно бриться. Что можно сказать про ножи Самура Сёгун? Ручка у них из какого-то мегапластика. Немножечко рифленый, в руках не скользит. Вот такой вот формы. На пяточке ножа находится логотип Самуры. Типа, о, обалдеть. Нож достаточно увесистый. Такой пацанская такая модель. Форма приятная у этого шефа. Само собой, я даже не знаю, зачем я это показываю, но да. Это там по тягам, не по тягам, там резом. Это все пофиг. Малыш тоже должен резать так же. Да. Приятный ли нож? Приятный крайне. Форма классическая, то есть не особо они там хитрят и выпендриваются. Штука на самом деле удобная, но, конечно, нужно тестировать на продуктах. Наверное, вы этот нож будете довольно часто видеть в шоу. Потому что выглядит классно. Керамотитан мы уже тестировали. Керамотитану тоже никаких претензий. У керамики рез не такой агрессивный, как у стали. Но зато ее можно не точить год, два, три, если вы пользуетесь аккуратно. Собственно, вот такая вот посылочка от Самуры. Огромное им спасибо. Напоминаю, что по промокоду обломов кириллицей, то есть русскими буквами с двумя F на конце, на сайте samura.ru только там. Не на сайтах представителей, хренителей, там, дистрибьюторов, еще кого-то. На сайте samura.ru. Официальный их единственный сайт. На нем дается бешеная скидка. Вот такие вот дела. Всем большое спасибо, надеюсь, анбоксинг понравился. Кому интересно, проходите по ссылке в описании, смотрите, что такое Сёгун. Читайте, примеряйтесь, выглядит нож вот так вот. Три слоя.